пожалуйста, нам очень интересно. Во-первых, всем привет и всем спасибо, кто сегодня пришел на открытие выставки. Я очень признателен. Огромное вам от души спасибо. Сейчас стою и как будто в лесу птички поют. Друзья, не хватает пленочные, фотобумага. Иногда и за день поделись фотографии там. Служил в армии, когда комиссия приезжает, проверка, мы открываем эту проверку, бац-бац, а уже на... Часто смотрю канал «Рыбалка и охота», и случайно на палку, там есть уголок фотоохотника, или просто или рассказы фотоохотника, как это называется, я не помню. Рассказывал один фотоохотник, у него Canon, объектив Sigma 150-600 был. И он рассказывал, как он снимает, как нужно снимать. Меня это так заразило, я вот то впечатление до сих пор помню. Начал думать, а с чего начать? Камера была цифровая, Canon 650. Купил объектив 7300 такой.